Православные верники рыхтуются означить свято Водохреща. В регионе подрыхтовали больше, как 40 местов для купания. 7 купелев будут открыты у Гомеля. Основные водохрешенские мероприемства разгорнутся 19 студеня на набережной раки Сож. Хрестный ход и водоосвячение пройдут в районе Киевского спуску. Початок у 10:30. Обсталеваны купели будут и на пляжах, на Новобелецким, водоеме у районе улицы Озерной и в ротовальной станции Заходняя, во урочище Шведская Горка. Место для купания подрыхтуют так само у приходах на территории храма святого великомученика Георгия Перемогоносца и Архангела Михаила. Так само Гомельской епархии будут организованы места для купания у агрогородках Поколюбич и Новая Гута Гомельского района. У вёсцы Чорная Речицкого района окунуться можно будет одразу после освячения, якое почнется от 13 години 18 студеня. Сашить за безпекой будут водолазы и медики. У необсталеванных местах окунаться заборонено. До речи, интерактивную карту местного водохрешенских купаний опубликовала МНС Беларуси. При натиску на кропку корыстальник может убачить докладную локацию.